Мы представляем вам первый и единственный кошелек в сети Smart. Smart Wallet. Это современный, удобный и безопасный криптовалютный кошелек, с помощью которого вы сможете хранить разные криптовалюты в одном месте и легко управлять ими. Ключевое преимущество Smart Wallet – это возможность создавать неограниченное количество кошельков в одном приложении. Больше не нужно устанавливать десятки кошельков. Все популярные криптовалюты доступны в Smart Wallet. В этом видео мы познакомим вас с интерфейсом и функционалом Smart Wallet. Основное меню приложения находится в нижней части экрана. В меню есть три пункта, перечислим их слева направо. Кошелек, QR-код, настройки. Давайте рассмотрим каждый пункт меню по очереди. На главном экране находится виджет вашего кошелька с суммарным балансом в долларах. Под виджетом расположены карточки имеющихся в данном кошельке криптовалют, на которых также отображается баланс. Для того, чтобы добавить новую криптовалюту в имеющийся у вас кошелек, нажмите «Add Asset» на основном виджете. Откроется окно с доступными на данный момент криптовалютами. Чтобы получить и отправить криптовалюту, нажмите на карточку кошелька. Если вы хотите получить криптовалюту на свой кошелек, нажмите на кнопку «Receive». Откроется QR-код, который вы можете заскринить и отправить человеку, от которого ожидается транзакция, а также адрес, который можно скопировать, нажав на значок копирования. Для отправки криптовалют нажмите на кнопку «Send». В открывшемся окне вам нужно будет ввести сумму к отправке, а также адрес. Вы также можете отправить криптовалюту, отсканировав QR-код. Кошельку можно дать уникальное название и переименовать в любой момент. Также можно менять порядок отображения имеющихся у вас кошельков. Подробнее о добавлении кошелька мы расскажем в разделе «Настройки». Вторым пунктом в меню является QR-код. Используя его, вы можете удобно и быстро отправлять транзакции, просто наведя камеру на QR-код. Последний раздел приложения Smart Wallet – это «Настройки». Самый важный раздел настроек – это «My Wallets». Именно здесь вы сможете добавлять новые кошельки. Чтобы добавить новый кошелек, нажмите на кнопку «Add Wallet». Откроется окно, в котором вы сможете импортировать уже существующий кошелек, нажав на «Restore Wallet», а также создать новый уникальный кошелек, нажав на «Create New Wallet». В разделе «PIN-код» вы можете задать или отключить PIN-код, а в «Change PIN» — изменить его. В разделе «Face ID» и «Touch ID» можно подключить подтверждение с помощью сканирования лица или отпечатка пальца для дополнительной безопасности. В разделе «Transaction Confirmation» вы сможете настроить подтверждение транзакции. В разделе «Dark Mode» вы можете переключаться между светлой и темной темой приложения. Начните знакомство со Smart Wallet прямо сейчас. Версия APK на Android 8 и выше уже доступна для скачивания на Android. smartwallet.com